Выбежал на дорогу в неадекватном состоянии на трассе между Златоустом и Миасом. Задавили 81-летнего поэта. Как случилось, что пожилой человек попал под колеса машины, выясняют инспекторы ГАИ. Продолжит тему аварии наш корреспондент. Автодорога Миас-Златоуст. Шофер за рулем Хонды насмерть сбил человека. По словам очевидцев, мужчина неожиданно выбежал на дорогу в неположенном месте, поэтому автомобилист среагировать не успел. Пешеход от полученных травм скончался на месте. Погибшим оказался 81-летний южноуралец. Сообщается, мужчина был писателем и поэтом. Сейчас ищут его родственников. В Магнитогорске автомобилист сбил 9-летнего велосипедиста. 25-летний мужчина, управляя Маздой, не заметил ребенка на велосипеде и протащил школьника на капоте несколько метров. У ребенка зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины. Его госпитализировали. В Калининском районе пьяный автомобилист устроил крупное ДТП. Все произошло на братьев Кашириных. Мужчина, управляя автомобилем «Опель», в состоянии опьянения наехал на попутно двигающийся автомобиль «Део», после чего второй автомобилист врезался в «Фольксваген», а уже тот в «Ладу Приору». Че, он пьяный? В результате ДТП автомобили сильно повреждены. На виновника аварии составили административный материал. Также у мужчины отсутствовал полис ОСАГО. На пересечении Свердловского проспекта и проспекта Победы дорогу не поделили Мазда и машина такси. Установлено, иномаркой управляла 30-летняя автоледи. За управлением такси находился 20-летний юноша. От удара отечественный ВАЗ вылетел на ограждение и повредил его. Опять Яндекс отключился. Как всегда. Яндекс пробовал. В отношении автоледи был составлен административный протокол. В Миасе грузовик сбил ребенка на пешеходном переходе, пострадавшему 11 лет. Он катался на самокате. На нем по нерегулируемому пешеходному переходу ребенок переезжал дорогу. 40-летний водитель грузовика Mitsubishi его не увидел. Мальчика госпитализировали. А это Златоуст. Столкнулись 4 машины. Видимо, один из водителей не соблюдал дистанцию, и когда машины резко затормозили, то не сориентировался. И вот результат.